Итак, здравствуйте, дорогие наши телезрители, наши почитатели, наши враги. Особенно, конечно, для молодежи больше мы говорим, потому что сегодняшнее поколение нас, мы немножко знаем, как и что происходит. Поэтому, отвечая на сегодняшние очередные ваши вопросы, я бы хотел сегодня остановиться опять. Постоянно задают вопрос, кто же такой у нас сегодня МВД. Ну, я бы, и ваша точка зрения. Ну, я вот там скажу, конечно, до МВД сегодняшней главному полицейскому управлению РФ и России, я бы его так правильно назвал, потому что остальные управления полиции, оно у нас, я же вам говорил, это юридический орган, но он чужеродной, иностранной, торговой, коммерческой, иностранной компании. Поэтому сегодня, выполняя свою роль, они ни в коем случае не заинтересованы в том, чтобы защищать интересы народа, а тем более Родины. Они защищают власть. Оно и в переводе означает полиция, охраняющая власть. Поэтому я бы вас для просвещения сначала, вот вы мне вопросы задаете, отослал бы к ролику по ссылке под моим видео. Вы его потом посмотрите и поймете, что такое МВД. Ну и заканчивая этот ролик, я бы сказал, что вот вы, посмотрев мой ролик, поймете, что ничего вы не дождетесь, никаких защиты прав и свобод. Вы будете вынуждены создавать свои структуры, вынуждены выкручиваться, потому что здесь заинтересованность еще больше усугубляется, материальная. Материальная. Есть бензин, машина поехала. Есть деньги, оплата телефона, телефон работает. Вот по такому же принципу работают сегодня все системы, которые заряжаются через английскую через английское, вот оно государство, верное, одна из правых рук, понимаешь, мирового банковского капитала. Они и правят Россией. И одна большая просьба. Помогите все-таки те, кто считает все-таки себя ветераном, пенсионером, сотрудником МВД, нам, как можете материально, для завершения выкупа памятника нашему Щелокову, министру внутренних дел, потому что ни Рушайло, ни Куликов, никто не откликнулся, они плевать хотели на то, что хотят себя приобщают к этому великому. Какое уж отношение, их, скорее всего, можно приобщить к вновь сегодня, значит, действующему главному полицейскому управлению по РФ. Да. Ну, поэтому ждем от вас помощи и реальной, и материальной, и моральной. Спасибо вам за внимание.